Вадим во всем штате, блядь. Я заметила, Вадим. Вадим, подожди, ты завтра работаешь? Да, работаю. Как и я. Уже сегодня, точнее. Ну да. Так, плюс двадцаточка, значит, за 800 метров. Отлично. Вообще огонь, мне тут нравится. Сразу в конец становись. И по очереди погнали, нахуй. Там... Сейчас... А где там фибовцы, блядь? Чё, они не в курсе, нахуй? Не знаю, я там в личку знакомого пишу. Приедь, посмотрите, типа, офигеть. Погнали прямо к Кричубайстану. Подожди, он народ, блядь, пока катается, нахуй, за двадцатку, блядь. Будем катать. Не, я тоже покатался. Ну я завёз за 50. Заебись оно. А скупщик рыбы тебе, брат, слушай. Смотри, 20 тысяч, сады самые... Вот мотоцикле, брат. Просто пушка любой тупо, это прям ваши сады. 20 любой... Соня, открой дверь. Не стойте вы на дороге, блядь. Братик. Он едет за садку, пусть передаёт. Денежки вперёд, денежки вперёд. Подходи к прорабу, всё я скажи, покажи. Что, дружище, так что, поедешь? Мы же не молчим. Ждём, давайте анекдот отравить, пока чуть-чуть не загнивать. Города играют. Шоу. Да не, брат. Сел на пеню и задохнул. Другой такси. Вот есть анекдот. Ребята, Шахид пришел на вручение Оскара. А вы, блядь, прикола ради так стоите? От неху делать? Да. Ну, мы деньги зарабатываем, алло. Может, лучше на трассе постоим, позаработаем? Мы против таких дешевых цен на такси. Да, забастовка. Какая пятидесятка. Блядь, там Тулево, блядь. Чё-то какое-то лютое, блядь. Тулево, а мы себе стволов. Пусть стреляют, сейчас менты сюда приедут, блядь, по-любому. И нас ничего не зайдет. Блядь, мы...